Добрый день, на связи Алексей Жигулев, и в этом коротком видео вы увидите, как легко прорубить люк в железобетонной плите для чердачной лестницы. Опять. Так. Улыбайся. Вас снимаю. Открытая камера. Ну иначе тут удачи не видать, мне так кажется. Может, да? Там кирочка подровняет. А кувалду мы уже не будем убирать. Ты возьми лучше вот это себе, заметил. Будешь лезть туда и чем-то позаслужить.